В Алматы назвали обладателей третьей евразийской премии MA2014. В этом году организаторы учредили 20 номинаций. Масштабное музыкальное шоу, которое совпало с празднованием Дня города, посетил аким Алматы Ахметжан Исимов. А хедлайнером вечера стала победительница Евровидения из Швеции. На музыкальной премии была и наш корреспондент Жадыра Джалдыбаева. Третья евразийская премия в области музыки EMA собрала большое количество людей в центральном стадионе «Яблоку негде упасть». В этом году учреждены 10 основных, 10 специальных премий. Музыкальное мероприятие с приветственной речью открыл глава города Ахметжан Исимов. Второй год мы это прекрасное мероприятие проводим на центральном стадионе. И он совпадает, а в этом году мы его приурачиваем к дню нашего города. Мы живем в этом городе. Этот город, самый крупный город нашей страны, является финансово-экономическим центром, является культурно-образовательным студенческим центром. После поздравительной речи Ахметжан Исимов адресовал зрителям музыкальный презент, сыграв на фортепиано казахскую народную песню «Япурай». Сладкий вкус победы. Тем, кто не смог стать лидером в прошлом году, улыбнулась удача на третьей премии EMA. Яркий пример этому – кумир миллионов девушек, певец Кайрат Нуртас. Его отметили в номинации «Лучший исполнитель», а золотую статуэтку лучшей группы получила трио «Домино». Если честно, ну, конечно же, не ожидали, но надеялись. Исполнители с плотным графиком гастролей, которые не смогли принять участие в премии, вручали их коллеги. Статуэтку для бойс-бенда «Мистериенс», одержавших победу в номинации «Лучшая песня» с композицией Ниги Ндимедин, приняла певица Аша Матай. Группа «Мистериенс» на самом деле мои коллеги, мои друзья, и я, наверное, как хороший друг, являюсь и поклонницей этой группы. Я думаю, что заслуженно в этом году ребята берут лучшую песню, это Ниги Ндимедин, потому что эту песню поют, эту песню слушают и эту песню знают наизусть. Награда «Выбор интернета» досталась рэперу Дилани. Скандальный певец, как его прозвали в шоу-бизнесе, признался, что был уверен, эта премия достанется именно ему. Супер, супер ощущение, спасибо большое. Второй год подряд лучшей певицей стала Луина. Звание «Прорыв года» досталось талантливому Серику Ибрагимову. А хедлайнером премии стала Ларин, победительница Евровидения 2012 из Швеции. А еще украсили вечер своими выступлениями Ани Лорак и российская группа Five Star Family. Жадыра Жалдыбаева, Скандербек Тугуспаев, телеканал «Алматы».